Мадриде открылась булочная, которая готовит выпечку для собак и кошек. Покупатели могут приобрести продукцию пекарни как через сайт, так и непосредственно в булочной. Собакам и кошкам предлагаются галеты и бисквиты с куриной печенью, сардинами, шпинатом, сыром чеддер, тыквой и другими начинками. По словам шеф-повара пекарни, готовить выпечку для домашних питомцев – это все равно, что печь обычные пироги, только без сахара и некоторых других ингредиентов. Кроме того, в Мигвитас можно приобрести выпечку для собак, страдающих аллергией на глютен, лактозу или пшеницу. А также можно оформить индивидуальный заказ, выбрав форму, состав и цвет выпечки для питомца. We'll be right back.